одни трофеи ходят. Всем доброе утро. Такое вот отличное, почти уже майское, конец апреля у нас, утро. Приехал поохотиться с подсадной сегодня. Погодка класс. Вот кто-то идет по болоту, там лося видел, наверное. Лось ходит. Я приехал в угодье, сейчас пока ехал, очень много видел утки на каналах. Как видно, трава у нас уже поднялась очень высоко. Козлики бегают, трофейные. Уже скоро откроется вот охота на козла. Не знаю, возможно, это уже у меня закрытие на утку. Еще у нас как бы 2 недели до 9 мая, по-моему, надо пересмотреть точно. Охота с подсадной. Но уже и утка хуже летает, потому что очень ранняя весна. Редко, когда так охотишься, что такая прям зелень везде. Плюс она перестает летать и начинает линять селезень. Ну, еще как бы лед есть, вот пока шел, видел уток там-сям. Но по сравнению с тем, что было на прошлых, конечно, выходных вот на этом месте, то уток мало. Ну, сейчас посадим подсадную, посмотрим, что у нас из этого получится. Опять же, посадить ее сейчас надо умудриться. Где-то там сидит. О. Далековато еще. Попробовать посидеть у него. С полем первый селезень есть. Далековато сидел, короче, решил стрельнуть по сидячему, дабы не искушать судьбу. Не знаю, какая сегодня будет охота, по всей видимости, не очень. Смотрю, и утка не летает тут особо над поймой. Подсадная то кричит хорошо, даже еще ни разу в манок не дунул. Ну, нормально, хорошо его взяла пятерочка. Эти патроны поменял после того рекорда. Цапель очень много летит. Вот сейчас сижу, наверное, уже штук с 20 пролетело за 10 минут. Долго не буду, наверное, задерживаться на одном. Утро начинается удачно с трофея крякаша. В прошлый раз здесь были одни серые. Парочка серых. Три скунов посел к утке. Три скунка, не будет стрелять.
офигеть. Пока я выходил, он улетел под раны. Обидно капец. Я думал, он уже все готов. Но он полетел, блин, взялся и полетел куда-то, полетел. Переезжаем. Три козлика. Раз. Вот эта козочка и три козлика. Ну, все три слабенькие. Все три такие себе трофеи. Что удивляет, уже все козлы пообтирали роги. И здесь вода упала. Как всегда, пришел, тут пока собирался. Там за кустами два селезня поднялось и улетело. Может, это были не единственные здесь селезня. Пойдем посадим подсадную, посмотрим. Пошел, посадил подсадную, камера хорошо, что была включена. Только зашел за это дерево, уже селезень первый прилетает. Еще эту камеру даже на голову не успел надеть. А потом еще и второй прилетел. Ну и два забрал. А потом, уже после выстрела, третий летел. Подсада что-то замолчала, я ее в маночек осадку сделал. Он крутнулся, подсел, но я думаю, поснимаю уже его, не буду сразу стрелять. Он что-то... долго не стал сидеть, отлетел, сел там и в итоге потом улетел, в общем, без выстрела. Ну ничего, отлично, супер, вот класс. Ну так обычно оно всегда, если где-то рядом селезень есть, только высаживаешь подсадную, он сразу прилетает. Подсели три скунки опять. Это подсадная вообще хорошо работает. Ну, долго сидеть смысла нету, потому что утка не летает. Во-первых, сегодня еще и жарко. Очень. Жара. Вот все, что рядышком было, сразу и прилетело. Лучше еще съезжу в одно или два места. Такие два красавца. Ну, на другое место переезжаю. Тут меня уже встречает друг бородатый. Мошки здесь жесть. Такой здесь бугорчик. А вокруг вода и все. Уже так зеленью поросло. Надеялся, что тут будет почище, но уже как есть.
далеко сюда идти. Метров 200 надо по пояс идти в воде, по пойме. Лось вот тут стоял, не успел камеру достать с кармана, короче. Сейчас будем высаживать подсадную и пробовать охотиться. Машка, рыжая есть. Далеко не буду стрелять. Сидит себе подсадная, крякает, а ему хоть бы что. Голова только торчит. Селезней было много. 3 штуки минимум. А, 4. Один серый и 3 крякаша. Один сразу прилетел, я что-то его не увидел, как он прилетел. То ли он приплыл, пока я в куст залазил. Я чуть выглянул, он срывается, чуть перелетел дальше. А потом 2 очень долго. Сначала туда сели, потом сюда переплыли. Потом один подсел к подсадной, я снимал его. Ну, можно было, конечно, стрелять его уже там очень, очень много раз, но тут еще летали вокруг, пока он сидел. Ну, в общем, как-то так. Зато полюбовался на селезней. Ну, может, поеду сейчас еще в одно место посижу, раз тут добыть ничего не получилось. Поеду посижу и будем заканчивать на сегодня охоту. Последнее место. Такая красота. Надо было раньше сюда ехать. Здесь вот травы нету. Чистенько. Показалось мне только что. Ну как показалось. Первый раз, наверное, я в своей жизни увидел камышового кота. Только что шел вот тут по корчам, ломился. И тут вода, такие кочки. Из-под ног он как заяц. Раз и побежал, остановился. Ну и через кустики так смотрит на меня. Ну я, конечно, 100% не уверен. Но, скорее всего, что это был он. Ну так, процентов на 70. Либо огромный, мордатый такой, этот самый, домашний кот. Ну что он тут будет делать в болоте? Ладно, еще по полям они там лазят. Ну тут вот в болоте я что-то сомневаюсь. Так что, скорее всего, что это камышовый кот. Ну что не может не радовать краснокнижники, это всегда приятно увидеть редкого зверя.
опять вчера взял. Еще один черок. Нет, это уточка. Уточка серой утки. Там серые. Селезня решил забрать. Думаю, все равно закрытие. Подплыли под самую. Ну вот под меня сколько тут, 5 метров. Надо было чуть отпустить, но уже как есть. Буду, наверное, закругляться. Вот такие два замечательные трофея с этого места добыл. Серого селезня и крякоша. Спрятался, ребята, в тенечке. Сейчас буду обрабатывать дичь. Очень жарко. Вот моя добыча. 5 селезней. Один обидный подранок ушел. Наверное, это будет закрытие моего сезона. Ну, я думаю, что по названию вы уже все прочитали. Селезень уже перестал особо реагировать на подсадную. Все-таки ранняя весна дает о себе. Ну, нету такого ажиотажа. Пролетают, там неохотно подплывают к подсадной, ну, интересуются еще. У нас еще 2 недели практически охоты, я думаю, что, скорее всего, что я больше не поеду на охоту. Вот уже и селезни начали линять, вот как видно, вот уже свежее перо вылазит, вот. Вот у этого тоже на брюхе. В целом охота удалась, охота отличная была. Мог я гораздо больше дичи нашлепать. Практически везде самцы прилетали, 3 скунков. Ну, в последнем только самочка 3 скунка прилетела. Чуть посидела. Долго посидела, правда, я ее потом прогнал. Ну, можно было больше настрелять, но зачем? Как бы так, уже были хорошие охоты в этом сезоне. Да и это отлично, 5 селезней. Думаю, что это закрытие моего сезона. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Сейчас я проверю этих селезней на червивость, скажем так. И я обычно чуть-чуть тут надрезаю шкурку. И смотрю. Но обычно сразу видно, если есть. Здесь чистый. Чуть-чуть надскубти. Вообще синева, вообще без жира. Это тоже чистый. В этот раз повезло, все хорошие. Ну что, буду пробовать скубать. Нормально, все поскубались.